Спортивная школа «Спартак» – это одно из первых физкультурно-развивающих учреждений в северной столице Дагестана. За практически 10 лет существования данного спортивного комплексного цикла его воспитанники гордо представляли наш город на турнирах по всему миру. Более 10 филиалов как в Хасавюрте, так и в близлежащих районах. Вольной борьбы, я скажу. Вот сейчас как вы видите, что эти тренировки идут тренера Салимбека Билалова, это вечерняя группа его, потому что этот зал... сам по себе из основоположником борцов преднастный с этого зала. Поэтому мы не хотели, чтобы борцы отсюда не ушли, поэтому мы хоть на одном ковре думаем заниматься борцом. В этом тренер Салимбек Билалов, у него очень хорошие результаты. Около 30 молодых спортсменов занимаются в данном филиале спортивной школы «Спартак». Основное физическое направление, которое популяризует руководство здесь, это бокс. Но и борцам вольного стиля уделяется должное внимание. Занимаюсь спортом около 6 лет. Последнее участие в турнире проводилось это в Казахстане. Область Казахстана проводилась в городе Семипалатинске. Там я вначале боролся с чемпионом Казахстана, тоже был хороший борец. Ему я проиграл, потом за третье я выиграл. И стал призером, можно сказать, области Казахстана. Тренировался я в разных местах, также в Гамидовой школе, Маханова, Лачановский сад. И вот здесь я теперь, у своего тренера, первого тренера, который я тренировался. Исмаил Камилов занимается уже несколько лет. За эти годы принимал участие на чемпионате зоны Дагестана по вольной борьбе, призер нескольких республиканских турниров, а также обладатель серебряной медали на общегородском чемпионате специализированной школы Олимпийского резерва «Спартак». Конечно, мы все знаем, что борьба в нашем городе – это является одним из стимулов наших жителей нашего города. Вы прекрасно знаете, что очень хорошо наши ребята выступили на 6-м межконтинентальном кубке. Результат работы тренеров. Поэтому вот таких успехов мы достигали всегда. И желаю, чтобы борцы всегда знали, что наш город борцовский. Хасавюрт всегда славился международными отличными результатами на турнирах разного масштаба. В свою очередь, отмечают наставники, спортшколы «Спартак» и интернат уделяется огромное внимание для того, чтобы молодое поколение ни в чем не нуждалось, а только уделяло время тренировочному процессу. Руслан Дациев, Самат Гакаев, информационная программа «Полюс».